В областной научной библиотеке имени Пушкина сегодня состоялась пресс-конференция автопутешественников, стартующих завтра в рамках автопробега «Страна энтузиастов». Автолюбители планируют преодолеть маршрут, включающий в себя 40 регионов и свыше 20 городов нашей страны за 50 дней. Общая протяженность маршрута составит более 25 тысяч километров. Проект поддерживают бренд «Континенталь» и «Ростуризм». История следующая. Мы очень любим ездить по стране. Мы очень хотим, чтобы людей, ездящих по стране, было все больше и больше. И мы очень хотим, чтобы люди не боялись это делать. И вот каждая наша экспедиция, их уже у нас там было порядка 50, они все, в общем, имеют примерно один и тот же посыл. А вот содержание может быть абсолютно разное. Организаторы автопробега ставят перед собой несколько задач. Показать, что на территории всей России можно ездить на обычных, неподготовленных автомобилях. Также путешественники хотят показать способы решения различных проблем, встающих перед разными людьми. Это про активность как образ жизни. Завтра в 9:45 автопробег стартует от сквера Морской.